Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель», у студії Наталія Ігнатенка. Добрий вечір. Президент країни Олександр Лукашенко підписав указ номер 78 об мерах по повищенню ефективності соціально-економічного комплексу у Республіці Білорусь. Обміркуванню нового документа була присвячена нарада, на якої проаналізовані основні шляхи повищення ефективності економіки. У приватності, гэта забезпечення належної якості управління державними підприємствами і зниження собікошту продукції, розвиття добросумленної конкуренції на внутрішньому ринку, рост експорту і раціональне імпортозаміщення. Як гэта адбываецца на практыцы? Якія прадпрыемствы Гомельшчыны працуюць у гэтым накірунку найбольш удала і перспектыўна? А таксама аб новым пагадненні, заключаным фабрыкай «Спартак» і цэнах на прадукты у дзяржаўным і прыватным гандлі. Глядзіце ў нашай новай праграме «Эканамічная даведка» з Марынай Сівер'янавай, якая выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навінаў. Выники социально-экономичного развития Гомеля в минулом годе вынесли на разгляд 20-й сессии Гомельского городского совета депутатов 27-го скликания. Справоздачу агучил старшиня Гомельского гарвыканкама Петр Кириченко. Поводле его слов, практично по всех показчиках прогнозу летость была отзначена становчая динамика. За кошты замежных инвестиций у экономику города летость поступила больше как 86 миллиардов долларов США. При этом объем импорта скоротился на 47%. Пэўныя поспехи досягнуты и у промысловым комплексе. У минулым годе перавыканана задание по росте выручки на одного рабочего. С конвейеров сышло продукции на 42 триллионы рублёв. Параллельно вялася активная работа по пошуку новых рынков, якія были б готовы принять гэтую продукцию на своих гандлёвых пляцоўках. Так, спіс краін-партнёру пополнили Швеция, Словения, Австралия, Гвинея. Задачи по будаўніцтве жилья выкананы больш чым на 100%. Рынак жылля застаецца прыярытэтным напрамкам работы і ў 2016 годзе. У пераліку задач на роўні з будаўніцтвам стаіць і ўдасканаленне аб'ектаў гарадской інфраструктуры. Основная задача, которая сегодня стоит перед нами, это обеспечить дальнейшее устойчивое развитие экономики. Для этого, безусловно, надо работать над сокращением издержек производства. Надо обратить повышенное внимание на создание новых рабочих мест. Все это, безусловно, как фундамент позволит нам устойчиво развивать все отрасли народного хозяйства нашего города в дальнейшем. У Гомельскім обласным музеі ваеннай славы адкрылася выстава «Лёс і радзіма. Адзіны», прысвечаная 10-годзю установы. Экспанаты закранаюць розныя гістарычныя перыяды ад грамадзянскай і вялікай айчыннай вайны да сучаснай беларускай арміі. Выставу складаюць архіўныя дакументы, фатаграфіі, халодная і агнестрэльная зброя, ваеннае абмундзіраванне, асабістыя рэчы і ўзнагароды легендарных гістарычных асоб. Напрыклад, шынелі папаха апошняга міністра абароны СССР, удзельніка Вялікай айчыннай вайны маршала Дмітрыя Язава. Ёсць таксама экспазіцыя, прысвечаная воінам-інтэрнацыяналістам, якія загінулі ў Афганістане. Побач матэрыялы, якія распавядаюць пра эвалюцыю беларускай арміі з савецкіх часоў. Предметы музейнага значэння, которые мы выставілі для того, чтобы вот действительно показать, что судьба отдельного человека, она взаимосвязана с судьбой Родины. И на всех этапах, в общем-то, люди выполняли честно свой долг по ее защите. Поэтому мы вот как бы их показываем, чтобы подрастающее поколение училось, как защищать Родину. Да, таго ж на выставе «Лёс і радзіма адзіны» дэманструюцца крокі развіцця Гомельскага абласнога музея ваеннай славы і яго дасягненні. У 2011 годзе музей стаў лаўрэатам спецыяльнай прэміі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь за духоўнае адраджэнне. У 2014 на другім нацыянальным форуме музеяў Беларусі гамельчане адсвяткавалі перамогу ў намінацыі «Патрыятычнае выхаванне». І ў гэтым жа годзе установа прызнана лепшым аб'ектам ваеннага турызму ў Беларусі. І гэта далёка не поўны спіс дасягненняў супрацоўнікаў музея. То з любоўю і павагай працягваюць папаўняць унікальныя экспазіцыі і чакаюць сваіх наведвальнікаў. Марк Фармель – беларускі бренд бялізны, адзення для спорту і адпачынку для ўсёй сям'і. У Гомелі адкрылася новая кропка продажу гэтага беларускага трыкатажу. Цяпер жыхары горада змогуць купіць адзенне ад Марк Фармель па вуліцы Яфрэмава, 5. Падрабязнасці ў наступным матэрыяле.
Основанная более 20 лет назад в самом сердце Европы, сегодня компания «Марк Формель» занимает лидирующие позиции на национальном рынке. Это одежда для работы, спорта, сна и отдыха. Коллекции представлены мужской и женской линейками, а также одеждой для самых маленьких. С этой маркой магазина мы уже знакомы, покупали и носочки, и колготки, и нижнее белье себе мы покупали. Вот сегодня решила племяшке подарить такой джемперок. Вы знаете, по качеству очень хорошее, при стирке не садится. Нашла все, что хотела, и цена хорошая, и качество. Магазины «Марк Формель» я посещаю не первый раз. Я в магазине «Марк Формель» был еще не только в городе Гомеле, поэтому знаю о качестве «Марк Формель», ну, как бы... не понаслышке сам носил эти вещи. Сейчас в магазине представлена весенняя коллекция. Дизайнерские решения отвечают современным тенденциям. Интересные принты, сочные цвета, классические креативные фасоны. При этом цены на белорусскую одежду весьма приемлемы. Например, платье можно купить всего за 300 тысяч. Женская майка обойдется в 150, а мужская в 120. Кстати, заказать вещи можно в интернете. Их доставят в открывшийся магазин, где вы скорее сможете забрать желанную обновку. У нас достаточно молодой коллектив. Девочки оканчивают максимальное внимание каждому покупателю, сориентируют по размерным рядам, по ценам, помогут подобрать любую одежду на любой случай. Белье и одежда «Марк Формель» – это возможность радовать, удивлять и получать удовольствие от покупок. Теперь и на улице Ефремова, 5 в Гомеле. Выбирая «Марк Формель», вы выбираете свободу настроения и неограниченные возможности для самовыражения. Катерина Сапельникова, Дмитрий Родянко, телерадиокомпания «Гомель». Завтра Гомель і Жлобінський «Металург» проведуть третій матч чвертьфінальної серії чемпіонату Білорусі по хокею у екстралізі. Гульня відбудеться на льоді «Стальових вауков» і почнеться у 13:45. Раніше дві гульні серії відбулися у обласним центрі. У першій з їх «Металург» у третім періоді вів у ліку 4-2, однак господари змогли одігратися. Причому четверту шайбу гомельчані закинули меншим за хвилину до сирени. У овертаймі «Фортуна» була на боку господарів. Подаров. Переможную шайбу закинул капитан Гомеля Эдис Брахманис. До речи, у этой гульни ее назначился хет-триком. На наступный день команды снова вышли на лед Гомельского ледового палаца. Господары открыли лик на старте первого периода. Наступный раз лик изменился только у третьей 20 хвилинцы. И снова закинул Гомель. Однако про 5 хвилин сталевые волки скоротили отставание 2-1. На опошних хвилинах Металург спробовал отыграться, заменивший голкипера на полевого гульца. Гамельчане ситуацией скористалися. Александр Житких закинул у пустые ворота, оформивший перемогу своей команды с ликом 3-1. Два матча, две победы, конечно, это хорошо. Нужно идти дальше, еще серия не закончилась. И два матча, они были тяжелыми. Продолжаем также работать, и нам нужно выигрывать эту серию и идти дальше. На этом наш выпуск завершенный. Я еще раз нагадываю, что наши корреспонденты подрихтовали новую программу «Экономичная доведка». Глядите ее одразу после рекламы, не пропустите. А я с вами развитываюсь. Добрых вам выходных.